сохранить, если не удается, приумножить. В минувшую пятницу Госдума приняла закон, серьезно ограничивающий размещение рекламы на объектах культурного наследия и прилегающей к ним территории. Таких зданий с особым статусом только в Чите порядка 300. Среди них и помещение кинотеатра «Центавр». В прошлом – магазин товарищества братьев Самсоновичей, который сегодня только отдельными фрагментами напоминает памятник истории. Естественно, им нужна реклама, но мы и закон заинтересованы в том, чтобы эта реклама занимала не больше 10% от площади фасада. Во-вторых, чтобы она была стилизована. Согласно новому закону, требования о запрете наружной рекламы не действуют только в одном случае, если баннер выполняет функцию афиши и сообщает о проходящем в здании культурно-массовом мероприятии. Впрочем, и такие крупногабаритные объявления должны в первую очередь радовать глаз. Есть пример стилистически выдержанной рекламы. Это недавно завершили реставрацию энергожилстрой на объекте угол Чкалова и Ленинградская. То есть вот реклама стилизована. Центавру, да, предстоит. И не только Центавру. Многим арендаторам зданий с историей уже в ближайшее время придется поработать над внешним видом культурных объектов и, как говорится, убрать все лишнее. Мария Машанова, Анна Кулигина, ЗапТВ.